Всемирный фестиваль молодежи и студентов наша страна примет уже не впервые. Как и всегда, событие собирает российских и иностранных молодых лидеров в различных сферах общественной жизни. Но сам фестиваль – это такое масштабное событие в 2024 году, всемирное событие, которое по указу президента Владимира Владимировича Путина собирает более 20 тысяч представителей 180 стран. Это соберется современная молодежь. И для формирования среды необходимы волонтеры. Волонтеров на фестивале будет около 5 тысяч. На мероприятии участников ждет обширная программа. Активные молодые люди со всего мира получат возможность обменяться опытом в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки и других различных сфер общественной жизни. Что касается волонтеров, их задача создать подходящую атмосферу. Для подготовки они отправились в Сочи на неделю раньше всех остальных. Поехать смогли не все желающие. Организаторы подготовили для волонтеров серьезный конкурс за место на фестивале. Отбор был серьезным. Осенью 2023 года все желающие могли подать заявки. Он проходил в несколько этапов. Первый этап отбирали анкеты на платформе добро.ру. Дальше было онлайн-собеседование. И потом уже в регионах проходило обучение на базе молодежных центров. Мы ездили в Калугу. Мы проходили обучение. И уже в начале февраля пришло официальное подтверждение, что мы прошли все этапы. И нас пригласили в качестве волонтеров на это мероприятие. Из Калужской области с конкурсом справилось 25 человек, в числе которых весомое число пришлось на Обнинск. 22 февраля с вокзала на фестиваль отправилось 6 обнинцев. Сегодня из Обнинска отправилась делегация на Всемирный фестиваль молодежи 2024, в составе которой наши волонтеры Победы, мы их вот всей командой провожали, там наши эко-активисты и поехали те, кто смог пройти серьезный отбор, ну и самое главное, те, кто в это время могли посвятить себя работе на вот этом фестивале. Уровень волонтерства он стал более осознанный. Люди приходят, те, которые уже прожили часть жизни профессионально, подкованы, и поэтому вот они на таком масштабном мероприятии будут как бескорыстно посвящать себя этому делу. Проводили волонтеров дружно и тепло. На вокзале все вместе даже исполнили песню о любимом городе. Там катит Братва, свои волны неспешные, там ценят глубинное больше, чем внешнее. И там, только там отпускает меня тоска. А как бы хотелось сказать, я из Обнинска! Цель поездки у каждого своя – обмен опытом, получение новых знаний, практика иностранного языка и многое другое. Для меня это, конечно, отличный шанс проявить себя и в том числе быть примером для студентов. Потому что это тоже очень мотивирует студентов, когда их преподаватели также активно принимают участие, они просто говорят, что делать надо. Делегация участников из Обнинска также примет участие в фестивале. Об этом рассказал директор Обнинского молодежного центра. Мы будем посетителями фестиваля. За нашей делегацией закреплено несколько делегаций иностранных государств. Испания, одна из них, да, соответственно, Андорра есть также, и еще несколько других делегаций. То есть мы будем вместе с делегациями других стран общаться, обмениваться опытом, рассказывать друг другу о том, как у нас устроено, да, как устроено у них что-то, ну и, соответственно, вот так вот, знакомиться, дружить.
Вот. Это будет одна из наших функций участников. И, конечно, мы будем посещать различные площадки, обмениваться где-то опытом, получать новые знания. Да. Основная задача нас, как участников, это привести что-то новое и интересное для нашего города. Ну а пока участники предвкушают свои насыщенные дни в Сочи, волонтеры уже принимаются за работу на площадках «Сириуса». Самая лучшая делегация волонтеров! Анастасия Леонова, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ.